Река Чумыш может скрыться уже на днях, и, судя по прогнозам, уровень воды достигнет критической отметки и подтопит прибрежные территории притаежных районов. Опасная ситуация и в предгорье, Красногорском районе. Там из берегов может выйти река Чапша. Чтобы минимизировать последствия, спасатели расчищают водоотводные каналы от снега и мусора, общаются с населением, которое до сих пор не забыло, как их топило пару лет назад. Это кадры из села Николаевка Поспелихинского района. В этом месте стояли вот так в воде. Да. Вот именно на этом месте. В Николаевке снег уже растаял, лед сошел. В других муниципалитетах на случай подтопления определили места временного размещения жителей. Ситуацию мониторят и с неба. Накануне сотрудники МЧС облетели территории Змеиногорского и Чарышского районов. Совместно со специалистами Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук проведена оценка снегозапасов в горах Алтайского края. Полученные данные позволят скорректировать прогноз развития паводковой ситуации в регионе. На сегодняшний день, говорят спасатели, обстановка на реках края стабильная, подтоплений нет. Ситуацию контролируют в ежедневном режиме. Тем не менее, в прогнозах уже звучала информация, что вода в реках этой весной может значительно подняться. Татьяна Голубева, «День с толком».